асинхронно. Вот это? Вот это, да. Вот сейчас шея начнет подниматься выше. Видишь, она вытягивается. Вот смотри, шея потянулась. Да. А теперь пальцы разворачивай на себя, к себе вот так же. Вот, да. К себе, да, вот так. Ничего, да? Вот, и заканчиваем. Такое впечатление у меня должно создаться, что как будто бы прошел валик под ним. Под все вот этой плечево-воротниково-шейной зоной. Лопаточно. Ну, даже от лопаток начинает, да. Вот. Маша еще хочет это попробовать. Ей уже ничего не хочется. Ну что? Все! Вот. Yes! Дай пять. Узнала о нем? Ну да. Важный. Да. Потому что не было законченности. Не было. Не было законченности, да. У тебя вообще все как-то так вот кусочками, рывками. Потому что я включила. А надо соединять уже. Уже надо соединительную ткань восстановить. Я кучу всего учила, поэтому как бы, ну, ты у меня разброс. Скачиваешь сразу, да? Ну давай. Переходит. Вдоль позвоночника, прямо рядышком. Медленно. Просто у меня разбросаны очень. Не важно. Я много знаю движения, но они разбросаны. Собирай. Что? Ну, достаточно. Да. А теперь их надо комбинировать и собирать грамотно. Ну, я себе выбрала 5 движений, ну, я что? Не пользуюсь. Смешная такая. Хорошо, но очень уверенно. Не уверена. Попробуй то же самое сделать без качаний и вибраций. Просто пройти. Да. А потом во второй раз. Ну, ну маку не надо. Его просто майку мешает. Ты майку отодвигаешь. Да, могу снять. Да? Заверху? Он уже согрелся. Ему закрой грудь свою. Прямо вот так вот возьмешь. С лопаток начинаем, да. Ты не замерз, но чуть-чуть прикрою. Не, сейчас. Чуть-чуть. Нет. Уже все, я не могу. Тебе не будет потихоньку. Ну, чуть-чуть. Я просто не жуткий. Ну так нормально. Проверить. Можно еще попробовать. Мне кажется, ты глубоко закапываешься. Вот, вот, вот. Можно просто поставить и. И все. И плавно идти. То есть у тебя такие, получается, дерганные движения, а вот должно быть единое. Более плавнее, да. Старайся пальцы при этом делать прямыми, тогда у тебя просто идет за счет опоры стол. Рука. Не за счет силы пальцев, понимаешь? А за счет опоры. Это ты ему делаешь массажное движение вот этих вот мышц. А надо вот там, где позвоночник, прямо рядом с позвоночником. Ну, види просто единое движение, без прерывиста. Вот, вот, как есть. Угу. Без вибрации сейчас попробуем. Остановись на основании черепа. Пусть войдут туда руки под тяжестью головы. Все, руки делай чашей. Да. Переходи на лоб. Пусть полежит немножко голова. Не на лоб, а через всю волосную часть, да. Медленно иди к лбу. И вниз. Вниз потом голову. Да, да, да. Нет, туда уже. Посередине. Все. Не, ну если она хочет вернуться, да, она может и вернуться. Очень приятно, когда мы завершаем движение. Спасибо. Вот немножко такими. Прощательными движениями. И потом по линии роста волос проходимся. Может тоже массажными линиями. Медленно. Помнишь, как медленно? Вот так вот
за уши. И вот смотрите, и вот тут вот мы как бы собираем лимфы. Лимфотоки, они практически везде вот так по голове идут, за ушами собираются. Их очень много на подбородке. Можно опять же пройтись по подбородочку. Вот так вот, японский массаж лица кабидо. Проходим по подбородочку. Очень хорошо это действует косметически, как для мужчин, так и для женщин, как на скулу. И опять же, эти лимфотоки отсюда захватили. И всей гребенкой, всеми линиями ладони направили вот туда, в подключичную зону. Даже там и тоже можно впадина, потом немножко повибрировать. Можно потом сюда. И ушло. А вообще лимфа идет вот больше вот с этой стороны. Вот видите, вот эту вот мышцу, да? Не сбоку, а больше тут больше узлов. И еще раз проходимся. Можно брови. Какие у нас сосцевидные, да? Как она? Сосцевидная. Ключичная грудина, сосцевидная. Ключичная грудина, сосцевидная. Раз, два. Немножко масла. Три. На грудь переходим массировать, да? Да, и можно перейти массировать на грудь. На грудь же можем перейти? Просто, можем. На грудину. Сейчас просто масла не хватает, да, и можем начинать массировать. И еще. Дать? Все тяжело. Подожди, я еще раз покажу, что можно сделать с шеей. Лимбинальная техника, да, на завтра уже оставим. Давай. Давай масло. Давайте. Грудину будем массировать? Да. Ты же знаешь как? Нет. Грудь. Грудину. Давай, заодно проверю свое предположение. Нет, сейчас сколько пол сейчас 11, по-моему, сейчас 11, да? Уже, без 10. Не могу сверху. Животика. Живот надо масло еще добавить. Я хоть правильно грудь массирую? Ты же неправильно. Ты же знаешь, как грудь массируешь? Нет. От грудины вот. Да, от грудины, да, в сторону. Камеру. Так, да. Здесь Машка застает нас немножко. Всех не видит. Сколько женщин здесь. Прям ты царь, ты Соломон, султан, Сулейман. Как тебе повезло, не представляешь даже, да? Кстати, султан, Сулейман, мой любимый взгляд. Да. Я придумала. Мать, с мужем помиришься. Да. Приводи. Нет, надо его заманить, точно. Надо его сюда, Куан. Присоединяйся. Хороший мужчина. Жалко, Селес такой. Нога масло. Боюсь. Масло. Какой? На левый болот. Блин, не вести. Ладно, заманить его на массаж. Все, Настя готова. Давай, Настя. Тоже масло. Она у нас такое ароматическое. Ну, правильно я тебе грудь массирую? Отлично. Да. Помеешь. Ты соски не трогай. Он не трогает. А входишь? Нет, он еще этого не знает. Он не трогает. Помолчал, значит, да. Моя версия утвердилась. Ты понимаешь, как ему сейчас везет? Да. Так, Олег. Да. Что?
Женщин только здесь одни женщины, да, Олег, да, мужской. Я в этом не стал. Настя, вставай. Давай, с этой стороны, Настя. Подожди, хорошо. На эту ногу. Вот. Не самое. Тихо. Еще и теоретически давай. Медленно, медленно. Смотрите друг на друга и движение повторяйте. Да, постарайтесь друг на друга синхронно действовать. Так, девочки. И раз. Да. И два. Прокачиваем энергетику. Так, а мне еще осталось? Дирижируем. Раз. И только не ты в ту сторону пошел. Раз. Смотри, сколько у тебя клиентов появится. Девочки, смотрим. Раз. Раз. И в ту сторону. Вот этого черненькая. Туда, наверх. Смотри на руки дирижера. Не в ту сторону. Раз. Вот. Ага. Волна откатила, волна прибрежная пришла. Только медленно. Ты вообще сдует с кушетки. Ну как? Макс, все уже нет. Макс, не мешай. Все отлично. Не спрашивай. Не увлекайтесь, смотрите за дирижером. Макс, будет эротически становиться. Если они вообще... Энергия сразу пришла, да, удивляешься? Я, кстати, не касаюсь. Нет мне так запустить энергию. Столько мужчин здесь нет. На работе столько мужиков. Ага. Она все страдает. Сначала их надо всех пропустить. Потом, чтобы они тебя запускали. Куда? Почистить. В космос. Давайте действительно продолжим через такое некоторое... Валяние, контакты. Без контакта? Да. Вибрация. Ну, сначала. Так, погоди, а я так. Фея. Нет, чувствую его так, как будто он есть. У тебя под руками. Нет, конкретно. Конкретно. Ты у него высоко берешь. Тонкое тело. Сейчас у вас. Ты чуть выше его берешь. По эфирке прям. Прям по эфирке. Слушайте, я что-то прочувствовала, но я это редко чувствую. Еще раз. Ну, в одной руке я... Ты со вчерашнего дня начала чувствовать. Да, я со вчерашнего дня. Вот, сознание включаю вообще объективно. О, наверное, как коллективно-то сразу влияет мощнее, да? Точно, слушайте, я так чувствую. Чувствуешь? Восстанавливаться после такого ярости. Музыка, кстати. Какие ощущения. Вообще что-нибудь чувствуешь? Далеко. Потом принес. Умы какие-то социалисты, да? Материальные. Мужчина на столе. Вообще об этом не думать, девочки. А, вот оно что вы. Голый мужчина на столе. Мы так смеемся, конечно. Мне карта сегодня выпала. Голый мужчина на столе. Где? Пошли искать по коридору. Нашли. Вот оно, чудо! Да. Чудо сбылось, мгновенно материализация. Все хорошо. Слушай. Так, ну вот интересно, он что-нибудь чувствует? Вы что чувствуете? Наслыхается. Здесь уже не идет. Не идет вот это, что было. Понимаешь, что нужно? Нет. Как меня. Ты моя уже сюда. Все, я начинаю. Тебя уже вибрирует? Сносит я. Ты, мама, держи, пан.
то же состояние, чтобы дальше мы ходили. Максим, ты с нами еще? Слушайте, типа, а ты с какой идет? Максим за ночь пойдет. Гулять. Ты можешь меня покачать. Чакарки мои со второй личиной. Присоединяйся на в тот кабинет, приходи. Там я тебя занимаюсь. Я еще здесь это. Ты чуть-чуть, что ли? У нас пока эти посетители не поштнивают. Они это могут, да? Они же